7.91 kello 19 Lohlannin kunnantalolla ja esiintyjänä on Aleksandr Skviarov, neuvostoliittolainen harmonikkataiteilija, ja konsertti on Saammeko esitellä Aleksandr Skviarov, ja ohjelma tulee kestämään noin tuntia vartti. Thank you.
Thank you.
Thank you.
эту вновь открывается 18-й международный музыкальный фестиваль музыки для баяна и аккордеона. И, как всегда, по традиции, первое слово я с огромным удовольствием предоставляю арт-директору фестиваля, заслуженному артисту России Александру Дмитриеву. Сегодня на нашем 18-м уже по счету международном фестивале музыки для баяна и аккордеона. И в первую очередь я хочу поблагодарить всех спонсоров, которые помогали в том, чтобы этот фестиваль сегодня произошел. Конечно, в первую очередь я хочу назвать наших дорогих друзей, которые предоставляют нам эту площадку, администрацию Калининского культурного центра, мэрию по культуре Санкт-Петербурга, Петербург-концерт, предпринимателей Широбокова, Колесника, музыкально-учебно-трудовые мастерские города Воронежа, фабрику «Эльмера», магазин «Синкопа», «Ремстрой» Санкт-Петербург. Также хочу выразить благодарность фабрике «Госзнак». И это наше мероприятие освещается и рекламируется при поддержке информационной телерадиокомпании «Петербург». Хочу сказать, что все исполнители должны участвовать, все прибыли, так что все концерты, которые запланированы, состоятся. Ну а сегодня я хочу просто в двух словах сказать, что вечер, который вы сегодня будете слушать, и думаю, пройдет с огромным, я бы сказал, наслаждением и большим, мне кажется, сказать, успехом. Я надеюсь это, я не хочу сглазить. Просто хочу сказать, что исполнитель, который выйдет на эту сцену, 14 лет назад последний раз был у нас в Петербурге. Замечательный баянист, народный артист, профессор, лауреат международных конкурсов Александр Скляров. Его имя знают не только в России, но и практически во всем мире. Компакты, много гастролей, слава, которая иногда опережает исполнителя. Даже в тех городах, где он иногда просто еще не выступал, уже знали, кто приедет и что будет. Ну, а для того, чтобы полностью представить портрет нашего замечательного лидера российского баянного искусства, я хочу вновь пригласить на эту сцену нашу постоянную ведущую, Марию Константиновну Роман. Пожалуйста. Ну что ж, дорогие друзья, действительно исполнитель, который выйдет сейчас на эту сцену, первый участник нашего фестиваля, народный артист России, лауреат международного конкурса, профессор Александр Скляров, родился в Воронежской области. Сегодня он представляет город Воронеж. С самого раннего детства, с 5 лет, он начал по слуху играть на простой двухрядке. А затем музыкальная школа, где уже совсем маленьким еще он уже выступал по местному радио. И дальше он совершенствовал свой талант в музыкальном училище имени Гнесиных и затем в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных. Будучи еще студентом, он становится лауреатом первой премии международного конкурса в Брюгге, Бельгии. И тогда в газете один из членов жюри писал о нем. Подобного успеха не удостаивался ни один участник конкурса за все время его существования. Вот так сразу появился ярко, проявился талант Александра Склярова. И действительно, уже в юные годы сложился его такой особый его стиль глубокого проникновения и переживания того, что он исполняет. И также его эстетический вкус, его стиль, он владеет всеми современными приемами игры, но отвергает те произведения, в которых нет художественного смысла. Александр Скляров – солист Воронежской филармонии и также занимается преподавательской деятельностью, он профессор Воронежской академии искусств. Ну и, как сказал вот Александр Дмитриев, что он, конечно, много выступает, и есть его записи, и все. Ну, а сегодня для вас играет
народный артист России, лауреат международного конкурса, профессор Александр Скляров Воронеж. Пахибель Чекона.
Муфат, ария, минуэт, жига. Thank you.
Моцарт, сонатина до мажор. Thank you.
12 вариаций на тему французской детской песенки. Thank you.
Рахманинов, вокалист.
Александр Скляр. Золотарев. Камерная сюита в шести частях. Thank you.
Thank you.
Свита.
Thank you.
Белошинский в испанском стиле. Концертный триптих для баяна.
Дегтярев, вальс. Thank you.
Арттонен, закончил музыкальное училище в городе Йонсу, затем консерваторию в Лидерскую, занимался преподавательской деятельностью. Последние 10 лет он преподает в консерватории, учит студентов отделения по джаз консерватории Йонсу и по оперу. Но он не только музыкант, он является также автором различных театральных проектов, ведущим радиопередач, концертов и сотрудничает со многими студиями звукозаписи. То есть его деятельность очень обширная, но, конечно, он много выступает в составе ансамблей во многих странах мира. И его брат Ника Тарконен начал заниматься тоже очень рано, 7 лет. Сначала брал частные уроки, затем учился в училище Йонсу и консерватории Юнескули и принимал участие во многих конкурсах. И вот в конкурсе «Золотой аккордеон 88» он получил вторую премию. И сейчас также он занимается и преподавательской деятельностью, и, конечно, много концертирует и делает записи. Итак, сегодня для вас играет дуэт Арто Тарконен и Ника Тарконен. Американто, летний ночной вальс.
Алекс Ли, «Горячие меха». Дрожащая осина.